Привіт! Народження дитини – важлива подія у житті кожної жінки. Проте усвідомлення материнства не завжди супроводжується тільки позитивними емоціями. Мова йдеться про так звану післяпологову депресію, про яку ми й пропонуємо вам сьогодні поговорити. Нарешті довгоочікуване диво відбулося – народилася дитина. Нарешті життя заграє усіма барвами веселки. Буде лунати дитячий сміх, чоловік носитиме на руках, а рідні оточать молоду маму турботою та увагою. Не життя, а свято. Проте свята тривають недовго, щасливі родичі залишають дім, чоловік йде на роботу і мама залишається наодинці з дитиною. Ось тут жінку особливо, якщо вона народила вперше, може очікувати купа іноді неприємних сюрпризів. Ребенок постоянно плакал, не спал. Для меня это было шоком. Я сидела дома в замкнутом пространстве и ждала, пока мне принесут ребенка. То есть я чувствовала себя как бы, ну, не состоявшейся, что ли, на тот момент мамой. Каждый раз, когда он плакал, я думала, что нужно делать? Что? Я об этом думала, но у меня он уже был на руках в это время. Грудь не рассыживается. Ребенок плачет, я плачу. Но это просто невыносимо. Усталость. Хроническое недосыпание, к тому же учеба в институте. Есть такой критический период или кризис новорожденности, новорожденных, да, который считается по разным источникам разное количество времени. Одни говорят, это 26 дней, другие говорят, это 40 дней. Так вот, этот кризис можно отнести и к женщине после родов. Это некое напряжение. Вот напряжение, приучение себя к новой роли, осознание того, что жизнь поменялась, никогда ничего не будет так, как было раньше. Я не могу выспаться, пойти туда, куда мне хочется, потому что моя жизнь полностью зависит от ребенка, и я принадлежу только этому существу. Поскольку первого ребенка я родила в очень юном возрасте, то послеродовой период не представляла никак. Состояние подавленности, в конце концов, плохого настроения, ничем не объяснимого, я предусмотреть не могла. Совершенно не имела представления ни о процессе родов, ни о том, как ухаживать за новорожденным. Я считала, что я все знаю уже о том, как пройдут роды, о том, что я буду делать с ребенком. А оказалось, как бы ожидания совершенно не подтвердились. Период после родов я представляла таким, как описывается вот в журналах, картинках вот этих радужных. Мамы с детьми, такие все красивые, жизнерадостные. На самом деле период оказался очень тяжелым. Очень тяжелым, поскольку хроническая усталость, постоянное недосыпание, недосыпание просто фантастически. Это можно было объяснить только гормональными изменениями. И все. Подготовить вообще к любой депрессии, тем более к послеродовой, человека невозможно. Поэтому на курсах, на занятиях, конечно же, проговариваются эти ситуации, рассказывается о том, что могут быть какие-то эмоциональные переживания, и к этому нужно быть готовым и относиться спокойно. Но сказать, что спрогнозировать с 100% вероятностью, будет это послеродовая депрессия или не будет у какой-то конкретной женщины, и как она себя поведет и что ей делать, это достаточно сложно. Я больше готовилась к родам, чем к послеродовому периоду. И представить его себе я в те 9 месяцев не могла. Каждый день преподносил мне сюрпризы, задачи. Меня послеродовой период угнетал очень на эмоциональном уровне. Почему? Ну, во-первых, потому что я очень эмоциональный человек, я все воспринимаю очень глобально. У меня продолжала нарастать тревога, что именно у моего ребенка что-то не так. Но кроме беспокойства появилось чувство раздражения и какой-то злости. И я думала, что я знаю достаточно о ребенке для того, чтобы ухаживать за ним, для того, чтобы быть ему матерью. Но, как оказалось,
Я недостаточно знала и, наверное, даже не могла знать. Ну, есть просто отдельное занятие, тема, посвященная как раз послеродовым переживаниям и послеродовому периоду. И в тематике этого занятия или по ходу этого занятия ведущий обычно предлагает обсудить некие ситуации или некое состояние, когда человеку бывает сложно. Это предлагается вот именно в группе, участникам группы, предположить ситуации, когда возникают какие-то переживания, и как каждый участник находит для себя возможный выход из ситуации переживаний. То есть у каждого есть свой способ, как можно себе помочь, как можно себя поддержать или как можно себя переключить для того, чтобы какое-то состояние негативное человека не вводила в некую депрессию. Задача ведущего вот в этом занятии, чтобы участницы порассуждали, представили себе, какие есть рецепты, как себе помочь, и постарались и запомнить эти рецепты, и в то же время представить себе, что можно сделать в этой ситуации. Я планировала все делать сама по уходу за ребенком и все делать иначе, потому что пока я носила ребенка, я прошла очень много курсов, прочитала очень много литературы. На самом деле я и роды ожидала, что они пройдут немножко иначе, то есть идеализировала все. Почему так все произошло? Ну, на самом деле, потому что, когда я ходила в клуб, наверное, вообще, когда я читала книги, готовилась как-то к родам, к рождению ребенка, я упустила тот момент послеродовый. Мы заострили внимание на самих родах. Мы были готовы к родам, мы знали, что нас ждет, мы знали, как надо вести себя в схватках, как надо вести себя в потугах, то есть что потом, рождение плаценты, прикладывание груди и все. На этом как бы все. Мы не хотели смотреть, что будет дальше. Мы не хотели знать, какие проблемы могут возникнуть уже после родов. То есть мы думали, это так. То состояние, которое пришло ко мне на третий день после родов, нельзя было объяснить ничем. Роды прошли благополучно, ребенок был здоров, все было в порядке со мной. Но тревога сменилась состоянием подавленности. Причин объективных не было. У мамы родился ребенок, она находится в больнице, то есть в условиях стационара. Какая бы больница замечательная ни была, но это все равно не самое лучшее комфортное место. Особенно наши пока украинские роддома. И таким образом, женщина в условиях стационара, она всегда испытывает очень сильные переживания. В роддоме ты все-таки как-то ограничен. Это, конечно, нами, мы пытались, чтобы не воспринимать это как больницу, но уж очень он напоминает все-таки больницу. Поэтому нет реальных приятных ощущений. После родов я не видела малыша трое суток. И когда мне принесли его кормить, то он кушать совершенно не хотел. Это еще более вызвало беспокойство и тревогу. Роды прошли немножечко тяжело, после чего как бы я не выспалась, сказалась усталость, безумная усталость, совместное пребывание с ребенком, то есть были проблемы с грудным вскармливанием. То есть оказалось, что это тоже не так все просто, что этому нужно учиться. Должно быть какое-то терпение и подсказка со стороны. Когда меня будил плач ребенка, я боялась, что я не высплюсь, у меня не будет молока, и я не смогу его накормить утром. Это досада, но она не материализовалась на ребенке. Я понимала, что что-то здесь не так. Я боялась, может быть, он болен, почему он не спит? Его что-то беспокоит, а я не могу помочь. Значит, нужен врач. Я боялась за пупок, боялась, что там будет там кровоточить, что он не отпадет, что я зацеплю его, и вообще боялась к себе прижать. То есть медсестра говорит, что ты боишься? Ну там, держи вертикально. Я говорю, я боюсь его прижать. Ну, я зацеплю. Она говорит, ну смотри, взяла, прижала к себе. А оказалось, его просто нужно взять на руки, его просто нужно положить рядом с собой. Щоб навчитися побутових премудрощів материнства, звичайно ж, потрібен якийсь час. Усе буде відбуватися простіше, якщо скористатися допомогою більш обізнаної у цій справі людини, наприклад, патронажної сестри. Вона підкаже деякі маленькі хитрощі, які допоможуть і мамі, і малюку скоріше познайомитися одне з одним. Наприклад, розповість про те, що вже з найперших хвилин життя для імунної системи малюка дотики маминих рук, погладжування, масаж та м'який мамин голос дуже важливі. Або що робити з оченятками крихітки, які постійно склеюються. У цьому випадку очі краще промити міцним чаєм або настоєм ромашки. Якщо вії у дитини не дуже довгі, то можна закрапати очі малюка грудним молоком.
І не варто хвилюватися з приводу руднічка. Це м'яка ділянка на голові у дитини захищена дуже міцною плівкою, тому пошкодити його під час звичайних маніпуляцій з дитиною практично неможливо. Доки пупкова ранка не загоїться, її потрібно кілька разів на день промивати перекисом водню. Зручно з піпетки крапнути 1-2 краплі у пупочок, а потім тампоном звати ретельно вимити пупочне кільце. Раз у день після такої обробки бажано обробити пупок зеленкою. Найкраще це робити після купання малюка. Та щоб зі шкірою крихітки не було багато проблем, потрібно слідкувати, щоб тіло дитини постійно провітрювалося, щоб малюк не пітнів та не перегрівався. А ще бажано не боятися частіше залишати малюка оголеним. Мне было чувство, что вот я не справлюсь с этой ответственностью, потому что, ну как, это же жизнь другого человека, а вдруг что-то не так, а вдруг я буду плохой мамой, а вдруг я не смогу ей дать того, чего нужно дать. Каждый новый день, как я уже сказала, преподносил какие-то сюрпризы. Ты больше узнаешь ребенка, о его особенностях физиологических в том числе. Прежде всего. До родов я переживала за свое состояние, после родов я больше уже, конечно, о ребенке думала. То есть, конечно, там швы, разрывы, не так оказалось страшно, как я думала. Я понимала, что я теперь принадлежу не себе, а вот этому маленькому человечку. И хотя вокруг меня было полно народу, то есть моя мама, муж, там, дедушка, вот, я все равно чувствовала себя как на необитаемом острове, честно. Мне казалось, вот я несу больше всех их ответственность за этого ребенка. Момент привыкания или понимания всего этого сопровождается вот, переживаниями со стороны женщины. Просто кто-то переживает это спокойно, то есть, да, ну, ребенок плачет, я не знаю, от чего он плачет, но я буду стараться понять это и начинает предполагать различные варианты. А кто-то переживает очень уж сильно, коря себя за это и считает, что я плохая, наверное, мама, что тоже совершенно неправильно. Я ему чисто механически давала покушать, положить, поспать. Я понимала, что как человека я его не воспринимала. Несмотря на то, сколько я видела картинок, кадров, он мне показался не тем, которого я себе представляла. Для меня все было в новинку. Поэтому эта безумная ответственность, которая свалилась тогда на мои плечи, я вдруг ее осознала. Так или иначе, основной момент, на чем мама сконцентрирована максимально, это на том, какая я мать. Хорошая или плохая. А еще я очень переживала, что моя фигура и внешность останется такой вот, скажем так, останется то беременное тело. Боялась, что много будет растяжек, разрывов. Я видела девочек, которые родили естественным путем, и они работали в родах. И они, естественно, потеряли килограммы. 6-8 недель, да, после родов, после которого врач, акушер-гинеколог разрешает маме делать физическую нагрузку. Я, можно сказать, за счет того, что работы не было в родах, я не похудела. Ну, конечно, живот еще есть, хочется, чтобы он сошел. Страх, красивый или некрасивый, это страх не о том, похудею или не похудею, а страх о том, ленивая или нет. Я вот гуляю на спортплощадке с коляской, и там есть где пресс покачать, поподтягиваться. То есть, если она хочет быть красивой, то ей это никто не запрещает. Я стараюсь. После родов я поняла то, что женщина лишается каких-то угловатых девичьих форм, но с тем приобретает фигура каких-то плавных женственных линий. Страх і накопичена втома – все це викликає безкінцеві хвилювання. Та, звичайно, негативно відбивається не тільки на психологічному здоров'ї молодої матусі, але й на стані дитини. Коли син ночі починав плакати, я становилась какой-то злой, агрессивной, раздражительной. Каждый раз, когда он плакал, я думала, что нужно делать? Что? Хотелось, чтобы кто-то снял с тебя часть нагрузки. Побыл с ребенком какое-то время. Какое-то время ты могла бы уделить себе. Я могла позволить кричать на ребенка, повышать голос на него. Я думаю, что это была гормональная какая-то причина, перестройка гормональная во время родов, этот всплеск гормонов. Может быть, он тоже повлиял как-то на настроение. Если мы говорим о критической ситуации, когда уже все, мама в разобранном состоянии, у нее сплошные эмоции, у нее слезы, у нее переживания и так далее, когда ей нужно по-простому просто выспаться. Хотелось просто вырваться, просто одной даже сходить вот за теми же продуктами, просто сходить без ребенка, без коляски,
той же авоськой, но просто пройтись самой. И для этого кто-то должен просто погулять с ребенком 3-4 часа. Свободы хотелось. Ее нужно просто выпустить куда-то, сходить в салон, пообщаться с подругами, там, выпить чашечку кофе. Помощь нужна была, но почему-то и в то же время воспринималось все в штыки. Так вот, когда вот такая ситуация возникает, когда ей нужно просто переключиться, здесь уже не важно, кто поможет, папа, мама, бабушка. Главное, чтобы кто-то помог. Все близкие люди на тот момент вели себя очень мудро. Они предлагали эту помощь, постоянно предлагали ее. Меня окружила армия бабушек, дедушек, все помогали. Тем самым вселяя в меня уверенность в том, что они всегда рядом, они всегда есть. И в случае чего я могу к ним обратиться. Маму я вообще потом ликвидировала, потому что мама больше всего мне потом мешала. Если бы это было чуть больше навязчиво, или это было бы более прямолинейно, пришлось бы просто объяснить. Сказать: мам, сколько тебе до конца отпуска? Она говорит: да вот еще 2 недели. Я говорю: наверное, ты не приходи. Разрешите это сделать мне? Потому что, наверное, сейчас мое время это делать. Ты меня дискредитируешь как мать, что я неправильно делаю. Я, говорю, с ним уже 2 недели живу, я уже его чувствую, понимаю, а ты мне говоришь, что я с ним все делаю неправильно. Вообще материнство – это очень большая работа. И эта работа не только в том, чтобы вырастить здорового ребенка, воспитать его и сделать счастливым человеком, но это еще и работа по отношению к своему мужу, по отношению к своей семье, какая я мама, какая я женщина и так далее. Одной из причин отсутствия послеродовой депрессии у семейных пар, которые совместно проходят определенную подготовку, является то, что папа после родов берет декретный отпуск и 2 недели находится вместе с мамой дома и активно участвует как раз вот в этом периоде жизни мамы и ребенка. Мой муж после рождения ребенка, собственно, по-моему, повел себя так же, как все мужчины. Приходил с работы, не помогал. Недаром говорится, первый ребенок – последняя игрушка. Но поиграл и, что называется, бросил. Умом я все понимала, но мне казалось, что можно было бы больше уделять внимания дому. Казалось, вот он сейчас придет с работы и снимет с меня часть нагрузки. Там, повозится с ребенком, я в это время что-то сделаю. Он должен так же участвовать, как и мама. Только у мамы одни функции, а у папы совершенно другие. Но он приходит с работы, и он начинает требовать к себе внимания. Его надо покормить, встретить. То есть получается, что помощи ты как таковой не видишь. И вот когда они вместе, тогда и, в общем-то, нет каких-то таких, ну, особо сильных переживаний, которые вызывают у всех шок. Добре, коли про дитину піклується і молодий тато. Це зміцнює відносини не тільки між подружжям, але й допомагає виникненню тісного емоційного зв'язку між татом та малюком. Первое, что должен сделать мужчина, это еще когда на стадии планирования ребенка поставить, ну, как бы не ограждать себя от будущей ответственности. Для меня Стас – это самый близкий человек для меня на планете. Вот это он ближе, чем мама, ближе никого мне нету. И когда какая-то проблема в жизни у меня, я первое, что я делюсь с ним. Народу я была настроена, что это так легко и просто, и если не боишься боли, то все пройдет безболезненно. Ну, на самом деле оказалось очень больно и тяжело, но мне очень помогло то, что Стас был со мной, очень помогло. То есть он разделил эту боль, он видел, как это тяжело, и вот он на второй день после родов, он сидел у меня на кровати и говорил: ну ты молодец. И вот как бы мне это помогло, настолько вот, что, допустим, просто жаловаться ему и говорить: ой, мне так плохо после родов. Я даже, ну, не могла и даже и не хотелось, я старалась об этом и не думать, потому что я знала, что он это все видел, он все это прочувствовал. Немножко помощи, в основном такой психологическая помощь, именно понимание какое-то должно быть со стороны мужа. Просто ей надо дать время на себя, побыть с ребенком немножко, пойти погулять, вот, чтобы она могла заняться собой. Сесть там, книжку почитать, какую-то передачу посмотреть. Я не ожидал, что это все только начинается. Как бы, когда мы готовились к родам, казалось, что вот роды и все. Роды прошли, и все закончилось. На самом деле это только все
начиналось. Это большая нагрузка, пока ты к этому не привыкнешь и пока как бы не адаптируешься. И папы это должны понимать. Ничего не надо было как бы особо говорить. Главное, что он был со мной. То есть он подавал мне ребенка ночью, когда надо было кормить. То есть он все время присутствовал. Я чувствовала его рядом. Я знала, что он меня понимает. Даже просто пожалеть меня, вот этого было достаточно. Я старался брать на себя большинство всех забот. Ну, все, что от меня как бы возможно, и все, что от меня требовалось. И то, что невозможно, тоже. Просто нужно знать, что все проходит. Нужно ухаживать за ребенком, любить его и думать о хорошем, и тогда все будет хорошо. Положительный настрой, максимальная информированность. И как можно быстрее нужно наладить контакт с ребенком. Ну, каждая мама знает, ради чего она живет и ради кого она все это делает. Ну, конечно, рождение ребенка – это огромное чудо, это самое лучшее, что есть вообще в мире и на Земле. Я думаю, что ради этого стоит жить. Ради этого стоит жить. А депрессия, она приходит и уходит. Не ховайтеся у собі. Не загострюйте увагу на гормональних хвилях емоцій. Після бурі обов'язково вигляне сонечко. І не забувайте, що головне джерело добрих емоцій – це ваш малюк. Щасти вам!